об утверждении бюджета городского округа города Мазарово на 2023 год и плановый период необходимо для выделения средств краевого бюджета 178 миллионов 885 тысяч рублей, 1120 рублей. Наиболее значимые это дотации бюджета муниципальных образований на частичную компенсацию расходов на повышение пласту отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края в объеме 15 593 200 рублей. По разделу образования выделяются средства в размере 53 065 390 рублей. В том числе это ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательную программу начального общего образования, образовательную программу основного общего образования в объеме 29 646 500 рублей. Оснащение оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптивным основным общеобразовательным программам, объем 6 миллионов 89,5 тысячи рублей. Это реализация национального проекта образования. На обеспечение образовательного процесса выделяется 13 миллионов 811 тысяч рублей. На организацию обеспечения обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях бесплатным горячим питанием в объеме 3 миллиона 84 300 рублей. По разделу физическая культура и спорт выделяются средства в размере 6 миллионов 627,9 тысячи рублей, в том числе 8 миллионов это на устройство плоскостных спортивных сооружений и 627,9 тысячи рублей на поддержку физкультурно-спортивных клубов по месту жительства. Также выделяются средства по разделу социальная политика на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение или строительство жилья в объеме 1 562 000 рублей. Кроме того, всего доходная часть бюджета увеличивается на 72 476 590 рублей и составляет 1 743 278 390 рублей.